Южный циклон принес в Тверскую область ненастье. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Из-за циклона погода в регионе оставалась весьма неустойчивой. Что ожидает Верхней Волжи на этой неделе, узнала Анастасия Новичкова. Последние дни выдались весьма дождливыми. Что дальше ждать от погоды? Когда наступят солнечные дни, чтобы ощутить, как говорится, настоящее лето? Ответы на эти и другие вопросы узнали у наших экспертов. Погода обусловится у нас малоподвижным циклоном. Погода неустойчивая. Сами наблюдаете, что идет развитие кучи дождевой области. С этими местами проходят ливневые дожди с грозами. И на сегодняшний день такой характер погоды останется по всей территории области. Но несмотря на это, температурный фронт на этой неделе в среднем составит около 21 градуса Цельсия в дневные часы и около 15 градусов в ночные. Ветер преимущественно северо-западных направлений от 5 до 10 метров в секунду. Самым дождливым днем недели в Тверской области будет четверг. Там синоптики обещают ливневые дожди и грозы. А вот к выходным прогнозируют улучшение погодных условий. Из положительных моментов можно отметить то, что интенсивные осадки, которые будут связаны с фронтом, естественно, прекратятся. И уже конец недели и выходные дни будут преимущественно без осадков. Но при этом в выходные ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха в дневные часы в среднем составит около 13 градусов Цельсия, в ночные – около 8. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха до 90%. Как говорится, плохой погоды не бывает, но надо быть готовым и надеяться, что лето в этом году еще приятно нас удивит.